Я надеюсь, что в этом году вы вели себя хорошо, иначе вашу елку прилетит украшать сорокопут со своими игрушками. Сорокопут Джулан, он же мясник, он же палач, поехавший псих, пернатый маньяк и заботливый родитель. Эта птица размером немного больше воробья, но присмотритесь к его клюву. Такое крючкообразное строение характерно для сов и ястребов, но никак не для птички из отряда воробьинообразных. Сорокопут хищник именно благодаря строению клюва, который позволяет захватить жертву и нанести летальный удар. Но лапы у сорокопута не такие развитые, как у птиц, которых он усердно косплеит, поэтому он разработал продвинутый способ разделки свежатины. Он накалывает тушку на колючку или ветку и клювом уже орудует, когда жертва хорошо закреплена. Иногда он даже вялит ядовитых насекомых, чтобы нейтрализовать яд, или просто делает запасы на потом, повыше от падальщиков.